не просто первое, второе компот, а вегетарианская закуска, горячее рыбное блюдо и на десерт шоколадный фондан. Юные кулинары съехали со всего Поволжья на очередной этап WorldSkills Russia, чтобы принять участие в самых вкусных компетенциях – поварское и кондитерское дело. Александр Ягодаров свою победу собирается посвятить маме. Участник из республики Мари-Эл с детства мечтал стать поваром. Мама была обычным поваром, ничего такого серьезного. Ну, работала в нашем городе во многих местах. Сестра тоже повар, вот я. Пошел по стопам. Однако наш регион болеет за участника под счастливым 7-м номером. Самару представляет самый молодой шеф-повар города Алексей Афанасьев. Участие в подобных конкурсах – лишний повод держать себя в тонусе и повышать планку. Волнуемся, конечно, очень серьезно, ответственно, потому что жесткий отбор. Очень серьезно, я говорил уже, соперники. И маленькая какая-нибудь оплошность, уже все. Можно сказать, уже никуда ты не поедешь и не пройдешь точно. Оценивать будет их несколько групп экспертов, сформированных по критериальному признаку. То, что я сейчас вижу, ну, внушает надежду, что с каждым годом у нас уровень выступающих, уровень подготовленных будет расти. Ну, и мы будем стремиться, конечно, к мировому. Итоги полуфинала станут известны после того, как все 11 участников из городов Приволжского федерального округа в равных условиях приготовят установленные блюда. Конкурс продлится несколько дней, и по его итогам определится только один победитель в каждой компетенции – повар и кондитер. Именно они поедут представлять Поволжье в мае на национальном финале WorldSkills в Казани. Юлия Черняева, Павел Пресняков. События.